На черном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Черными буквами надпись. Чарльз Шиллер, Бьёрн и Хила Бехер. Необитаемый ландшафт. Часть вторая. Ну, как бы следующие наши герои, их достаточно часто сравнивают, их включают в одни и те же там выставки и антологии. Берда Хилла Бехера, немецкие фотографы с 1959 года, работающие вместе и примерно тогда же поженившиеся, это как бы оба они занимаются, собственно говоря, запечатлеванием как бы той самой архитектуры, которая, примерно той же архитектуры, которую изображал Шиллер, то есть промышленная архитектура, которая до них никому никогда не казалась красивой. Это архитектура, в которой они уже в послевоенной Германии находят свою эстетику, находят свой стиль, снимают они ее абсолютно всегда, абсолютно нейтральным планом, тоже как бы не пытаясь сделать красивую фотографию, не пытаясь эстетизировать это через снимки, а занимаясь скорее работой археологов, собирателей, коллекционеров. Они собирают эти виды, они собирают эти здания, они описывают современность, они пытаются ее как бы каталогизировать эти образы. Для Бернда Бехера обращение к этой архитектуре было отчасти автобиографическим. Он вырос в Рурской области, то есть в области немецкой, связанной с тяжелой промышленностью. Это сталь и угольные шахты. То есть, собственно, среди всего этого вырос для него. Вся его семья была связана с этими, ну, с этого рода работой. С шахтами, с горным делом, и начинает он с ней, и для Хилла Бехера эта архитектура была открытием, откровением, когда она приехала учиться в Дюссельдорф, на поезде проезжала эти потрясающие строения, которые выглядят достаточно фантастично, она подумала, как ни на что не похоже, что это безумно красиво, и что очень жалко, что это архитектура, которая обречена на разрушение, что к ней никто не относится как к памятникам архитектуры, отчасти благодаря их усилиям задумались о том, что эти здания надо сохранять, что они тоже могут быть памятниками архитектуры. До Бехеров это никому не приходило в голову. Они начинают запечатлевать эти виды. Запечатлевать, надо сказать, тоже это такие же абсолютно заводы без людей, снятые предельно нейтральным планом. Причем для них это была очень сложная задача, этот нейтральный план получить. Как кстати, и в работах... И в живописи Шиллера мы никогда не можем сказать, какое это время года и время суток. Черно-белая фотография, сделанная художниками Бьёрном и Хиллой Бехерами. Gute Hoffnungsschutte, Оберхаузен, 1963 год. На фотографии горнодобывающий комбинат. Фотография сделана издалека, поэтому можно видеть комбинат почти целиком. На переднем плане вдоль завода на высоте нескольких этажей проходят трубы. За ними мы видим комбинат, состоящий из нескольких зданий. Ближе к нам расположено небольшое светло-серое здание. За ним располагается несколько резервуаров для хранения, а позади них находятся промышленные конструкции и механизмы для добычи породы. Рядом возвышается дымоотводящая труба. Позади нее еще одно здание, оно в несколько раз больше первого. За ним еще резервуары и две трубы, одна выше другой. Причем в живописи это очень легко сделать. Работы, что еще очень важно у Шиллера, что его полотна всегда находятся вне времени, потому что это всегда вне сезона и вне времени суток. Понятно, что это там не ночью, да, но это все, что можно сказать, там нет освещения, там нету. И точно так же вне времени находятся фотоснимки Шиллеров, Бехеров, что гораздо сложнее. Это было очень, они могли приезжать и очень долго ждать, пока будет вот то самое освещение, при котором нету теней. Когда не будет снега, когда не будет листвы, когда будет туман, чтобы не было видно заднего плана. То есть это очень сложно, они не использовали никакой ретуши. Это очень сложно достижимый, большими усилиями достижимый эффект отсутствия времени. Отсутствие каких-либо примет времени, чтобы не было ни облачка, чтобы не было солнца, чтобы не было теней. Вот такого ощущения
мест, которые находятся абсолютно вне времени. Снимают они все это, опять-таки, в общем, в период, аналогичный периоду Великой депрессии. 58-й год был в Европе, в Германии, это угольный кризис. То есть все эти шахты, все эти прекрасные огромные сооружения не работают, оказываются заброшенными. Это тоже что-то, что покинуто людьми, что абсолютно обречено на исчезновение, и что поэтому надо документировать, пока оно еще есть, что это огромные махины, которые не работают, которые непонятно для чего служат. Как бы снимаются они предельно загадочно. Как бы то, что снимают, они снимают виды, они снимают, но вот это само идея видов, это как бы сама идея просто снять место и снять некий индустриальный пейзаж, это только первый этап работы, которым они занимаются, это общий план. Дальше начинается почему-то самые разные страны, они там начинали в Германии, потом это была Европа, потом это была Великобритания, и в 80-е годы они уже начинают ездить в Соединенные Штаты и собирать образы вот тех же самых промышленных пейзажей американских. И причем каждый раз к ним очень по-разному относились, там где-то их принимали, там в Англии их принимали с объятиями, эти все английские пролетариат просто считал их своими друзьями и так далее, а в Германии послевоенные их принимали за шпионов. Потому что непонятно было, кто еще, если не шпион, будет снимать эти самые никому не нужные шахты. То есть за этим стоит такая история некого приключения. И как бы какими бы принципиально нейтральными и безэмоциональными не были эти работы, а для Бехеров было очень важно ни в коем случае не делать эти работы эмоциональными. Это абсолютно такая объективная, научная, почти принципиально не художественная фотография. Никакой эстетизации, никакой живописности, просто вот такое протоколирование мест, которые мало кому тогда казались красивыми. При этом за этим стоит, в общем, жизнь полная приключений. И я читала замечательную статью, которая начиналась с фразы, вот, если бы Вим Вендерс снял фильм, он должен, новый фильм, это были бы идеальные его герои. Пара фотографов, которые ездят на машине по каким-то заброшенным районам Германии, снимают то, что никому не кажется красивым, ночуют в машине, чтобы застать раннее утро, когда нету солнца и нету теней, и снять эту самую страшную заброшенную шахту, перед которой они провели ночь в машине. Их там гоняют, принимая за шпионов, они там дружат с местными, живут на дороге всю жизнь, живут при этом одержимой идеей, которая всем, кроме них, кажется безумной. Это действительно очень вот за всем этим как бы нейтральный, нарочито объективистской, нарочито безэмоциональной фотографии, при этом стоит какой-то очень интересный образ жизни, который эти замечательные люди вели. Такой совершенно приключенческий, в высшей степени нонконформистский. Но при этом, при всем этом нонконформизме, что они делали? Они ни в коем случае не снимали виды, они снимали типологии. То, как выглядит выставка Бехеров, как выглядит книга Бехеров. Это вот такие вот бесконечные собранные таблицы. Например, как выглядят вот эти самые градирни. Серия черно-белых фотографий, сделанная художниками Бьёрном и Хилой Бехерами. «Охлаждающие башни», Рурский район, 1983 год. Вертикальные фотографии в три ряда, по три фото в каждом. На каждой фотографии запечатлена отдельно стоящая градирня. Градирня представляет из себя широкую трубу в форме конуса, обрезанного сверху. Снаружи трубы покрыты металлическим сетчатым каркасом. Они все отличаются формой. У некоторых есть сужение в верхней половине трубы, у других особенно широкое основание. Одни похожи на бутылку с широким горлышком, другие на песочные часы. Такие выстроены, все виды градирен, которые можно найти. Или там, я даже не знаю слов для этих предметов, там ни на русском, ни на английском. И вот это самое незнание этого слова,
Я думаю, что это достаточно принципиально, потому что большинство публики современного искусства, которое приходит на выставки, тоже не знает, как, что из этих штук называется. Серия, которую как бы Шиллера называют, и для чего это служит вообще, что это такое. И вот это неузнавание этих предметов, их странность очень важна. Бехера называют свою работу типологией. Это такая как бы квазинаучность 19 века, когда были там зоологи, ботаника, криминалистика, криминальные типы. Была такая вот совершенно тупиковая ветка развития психологии, например. И, то, и фотографии, они, их занятия отсылают, собственно говоря, к немецкой фотографии 20-х годов, к идее новой вещественности, к циклу, к сериям Августа Зандера, который снимал альбому «Огромному лице нашего времени», где он снимал типологию людей разных профессий, разных там, где были там кондитеры, повара, секретари, художники, музыканты, дадаисты, все кто угодно. И к Карлу Блосфельду, который снимал такие фотогербария, который снимал растения, знаете, такие очень сильно увеличенные планы растений, когда эти растения выглядят как сэмплы для орнаментов. Вот к такого рода фотографии, которая после войны абсолютно была, как бы эта традиция была прервана, потому что фотография там 40-х годов, это фотография очень эмоциональная, очень личная, очень субъективная, очень гуманистическая. И на фоне этого всего, собственно говоря, Бехера возвращаются к традиции 20-х годов, абсолютно прерванной, и начинают снимать типологии вот этих самых промышленной архитектуры. Промышленная архитектура, опять-таки, в то время уже не нужна. Это не архитектура их времени, это не гимн современности, это прощание с модернизмом, это прощание с индустриальной эпохой в тот момент, когда эта индустриальная эпоха начинает заканчиваться. Накануне некого нового постиндустриального мира, где, когда сейчас та же самая Рожская область уже занимается отнюдь не горным делом. Это как бы некий абсолютно вот мир накануне изменения, мир, как бы, и поэтому, например, вот работы Бехеров были на недавней, на последней предпоследней выставке манифеста, не на той, которая в Петербурге, а на той, которая была в городе Генке в Бельгии. Это как раз вот такой шахтерский город, и выставка была вот в прекрасном здании, около угольной шахты вот со всеми этими машинами, то есть само это здание было зданием с работ Бехеров, и выставка была про историю индустрии в искусстве. Все, что связано с углем в современном искусстве. Такая совершенно вот историческая выставка. И в этом контексте современного искусства как исследование истории новейшего времени, конечно, работы Бехеров были незаменимы. И вот просто сразу, когда там еще идешь на эту выставку, видишь это здание, понимаешь, что в этом здании просто не может не быть работ Бехеров, потому что это здание с их фотографией. Это здание, которое наверняка таки действительно фотографировали. Но при этом для них очень важно, для Бехеров очень важно, это типология, но это типология, которая ничего не говорит. Они собраны по форме, а не по функциям. Там нету подписи. Вот так выглядит этот самый, так это выглядит в 10-е годы, так это выглядело в 20-е годы, так это выглядело в 30-е годы, так это выглядит в Бельгии, так это выглядит в Германии, так это выглядит в Соединенных Штатах. Как и любая типология, это собрание форм, классификация форм, без объяснения, почему та или иная форма стала такой, а не другой. Это такой чистый гербарий. Для Бехеров как бы важно, что это опять-таки, что фотография при этом это не фотография, это не попытка получить красивую картинку, это попытка задокументировать объект, фотография является заменой объекта, фотография является как бы своего рода тем, что превращает этот объект в ready-made. Все эти работы, все эти объекты, все эти предметы, это предметы, форму которых нам ни о чем не говорит. Скорее всего, мы не знаем их назначения, но можем только очень условно о нем догадываться. И, собственно говоря, это то, что превращается в ready-made, это некая сама по себе эффектная, красивая и загадочная для нас форма. Опять-таки, вариант, который может бесконечно варьироваться, но мы не совсем знаем, почему она варьируется и каким образом. Еще одно определение, которое Бехера давали тем формам, которые снимают, которые они сделали предметом своего собирательства и своего фотографирования, что это архитектура номадическая. Во-первых, это архитектура временная.
Эти сооружения строятся на 100 лет, не больше. Они не предназначены для долгой жизни, они не предназначены для вечности. Они абсолютно функциональны. Они не принадлежат, они не обусловлены идеологией, как то, что обусловлено, как обусловлены идеологией там, дворцы или ратуши или соборы. Бехеры почти слово в слово повторяют Шиллера и Форда, кстати. Они говорят, что это действительно как бы памятники архитектуры той эпохи, которая не оставила после себя соборов. И говорят, что это церковь кальвинизма, что это церковь протестантизма, которая считает, что труд это служение Богу. Что это такие вот, как бы, опять-таки, церкви кальвинизма, но в отличие от церквей, у них нету национальной. У них нету национальности, это абсолютно те самые, вот эти сооружения выглядят, в общем, абсолютно одинаково в любой стране мира. И это очень важно, потому что как бы, у них нет, они прагматичны, они идеологичны, и поэтому они не могут быть, у них не может быть национальной идентичности, соответственно, они не могут принадлежать тоталитарной идеологии. Нету идеи почвенничества, нету идеи, которая была в фашизме, национальности, расы и так далее. И в конце 50-х-60-х годах, в послевоенной Германии, вот эта идея каких-то форм, которые не связаны с идеологией, которые не несут идеологическую нагрузку, прагматика против идеологии, это была очень тоже важная и значительная идея. При этом, опять-таки, это формы, которые обречены на разрушение, вот как прекрасные вот эти снятые в Пенсильвании штуки, которые действительно выглядят абсолютно памятниками заброшенной, исчезнувшей, полузабытой цивилизации. Черно-белая фотография, сделанная художниками Бьорном и Хиллой Бехерами. Угольные шахты. Скулкилл, Пенсильвания, США. На горизонтально ориентированной фотографии изображено полуразрушенное сооружение. Оно находится на пустыре в окружении земляных насыпей. Конструкция представляет из себя небольшое прямоугольное помещение, стоящее на железных опорах. К крыше сооружения слева пристроен жёлоб, напоминающий рельсы. Он спускается с крыши к земле под углом 45 градусов. Снизу его удерживает череда металлических опор. Над крышей возвышается треугольная опора, на которой установлена лебедка. Позади сооружения — пустая холмистая местность. Можно вспомнить, что примерно в то же время, чуть раньше, Роберт Смитсон, о котором мы говорили, один из основоположников и главных фигур американского ленд-арта, снимает у себя в Нью-Джерси фотоальбом «Монументы Пасаика», когда он снимает тоже какие-то вот абсолютно функциональные случайные сооружения, так как если бы это были древнеримские руины, так как если бы это были руины исчезнувшей цивилизации. И такие же руины исчезнувшей цивилизации, собственно говоря, снимают Бехеры, про которых тоже кто-то есть очень точное и красивое определение, что они снимают промышленную архитектуру, если продолжать эту тему с соборами, которая, видимо, будет у нас постоянно возвращаться, так же, как немецкие романтики видели готику, как нечто прекрасное в своей забытости, заброшенности и разрушенности. Что такое же готикой для Бехера в 60-е годы становится промышленная архитектура 19-го, первой половины 20-го веков. Романтическая руина, красота заброшенности, красота некой ненужности, опустошения. И красота вот этой действительно, опять-таки, чистой геометрической формы, хотя у них это далеко не всегда вот эта вот прекрасная геометрия, которую показывают в своих заводах, в архитектуре Шиллер. Это достаточно причудливые формы. Это формы, в которых нету, как ни странно, в которых нету, не видно функциональности, в которых не видно, почему функция определяет именно эту форму, потому что если бы это определялось только функцией, то эти формы не были бы такими разными, в конце концов, и такими до смешного разными. И не выглядели бы такими странными. Вот это вот как раз прекрасное, по-моему, ландшафт, который выглядит абсолютно ландшафтом иной планеты или ландшафтом очень древней цивилизации. Черно-белая фотография, сделанная художниками Бьорном и Хиллой Бехерами. Горизонтально ориентированная фотография. Индустриальный пейзаж. На переднем плане фотографии проходит железная дорога. За ней находится некое предприятие или завод. Завод состоит из двух уровней. На нижнем уровне располагается длинное вытянутое двухэтажное здание с небольшими окнами.
На втором, на протяжении всей длины здания, располагаются вертикальные конусообразные трубы. Они не одинаковой формы, не очень высокие, чуть выше деревьев за ними. Их высота около 10 метров. Здание завода сделано из кирпича и бетона и выглядит полузаброшенным. Такие глинобитные дома. Очень смешная архивная фотография, в которой совершенно понятно, что эти все местные детки собрались и думая, что дядя-фотограф, разумеется, будет снимать именно их. Черно-белая фотография. На переднем плане в поле стоит мужчина со старым фотоаппаратом на высоком штативе. Фотоаппарат накрыт черной тканью. Мужчина одет в черную одежду, у него большая залысина. Перед ним справа выстроились 6 мальчиков примерно 6-9 лет. Все они одеты в разную легкую одежду: рубашки, шорты, майки. Они пытаются позировать фотографу. На заднем плане, на большом отдалении от людей, расположился завод. Он представляет из себя здание цеха слева и 3 огромные металлические вышки по центру кадра. Сооружения видны нечетко, они частично скрыты в тумане. И при этом понятно, что дядя-фотограф здесь не снимает пейзаж, в котором не может быть никаких людей. Это такое, хотя, скорее всего, ну, видимо, Хила все-таки сняла этих самых ребяток, которые надеялись на свою фотографию, что она все-таки будет, то есть она все-таки существует. Вот такой вот. Но при этом это такой действительно мир без людей, мир, для которого Бехера нашли, эти объекты, для которых Бехера нашли идеальное определение анонимной скульптуры. То есть, собственно говоря, это ready-made, которые так же, как и ready-made Марселя Дюшана, важны, когда в них есть, когда они абсолютно очищены от понимания того, для чего они нужны. Чтобы увидеть в писсуаре скульптуру, надо забыть о том, что он писсуар. Чтобы увидеть в градирнях вот эту самую красоту инопланетного замка, да, надо забыть о том, что это градирня, но, скорее всего, мы и не знаем, что это такое. Собственно, в данном случае даже еще легче. И анонимная скульптура, начиная, как бы, это вещи, которые вырваны из контекста принципиально, собирается классификация, собирается типология, но эта типология ничего не дает никакой информации. Они не собраны, вот так выглядят градирни в Бельгии, так они выглядят в Германии, так они выглядят в Соединенных Штатах, такими они были в 10-е годы, такими они были в 20-е, такими они были в 30-е. Они собираются по принципу, какие они бывают разные, интересны, и как интересно, что вот эта форма в этом углу похожа на форму в другом углу. Вот как, это как некий вид, как естественная история, да, как гербарий. Вот такой гербарий или как камушки вот этих самых удивительных архитектурных форм, которые, опять-таки, абсолютно антифункциональны, потому что форма, ничто из них не строится, чтобы быть архитектурой, чтобы быть произведением искусства. Все они строятся ради какой-то функции, но одна и та же функция порождает самые разные формы. В этом смысле, наверное, водонапорная башня – это одна из самых больших коллекций и самых долгих, которые собирают Бехеры. Она самая удивительная, потому что вот какая невероятная вариативность. Это все водонапорная башня. Серия из черно-белых фотографий под названием «Водонапорные башни», сделанные художниками Бьёрном и Хилой Бехерами. Изображение состоит из 3 рядов вертикальных фотографий, по 5 фото в каждом ряду. На фотографии изображены водонапорные башни разной конструкции и дизайна. Водонапорная башня представляет из себя закрытый резервуар с водой, стоящий на металлических или бетонных опорах. Некоторые конструкции имеют простую форму цилиндрической или прямоугольной башни. Другие имеют ярко выраженный округлый резервуар с тонкими поддерживающими опорами. Одна из башен, 8-гранной формы с круглыми окнами-иллюминаторами и крышей в форме пирамиды, похожа на ракету. Другая похожа на гигантскую воронку, стоящую на узкой каменной башне. Еще одна выглядит как гигантский гладкий шар, установленный на башне в виде узкого вытянутого конуса. Многие башни визуально напоминают невысокий маяк с широким основанием. Некоторые выглядят очень футуристично, как космические корабли. Какими они разными могут быть? В них есть своя история времени, да, понятно, что они строились там в 10-е годы, они были одними, в 60-е годы они были другими, что они могут быть минималистическими, что они могут быть такими вот
старомодно-промышленными, что они могут быть ар-деко, что они могут быть, как, выглядеть как летающая тарелка уже, да, какой-то момент, что они могут становиться футуристическими. И вот эта вся невероятная их вариативность, этих, их облика, никак не объясняется тем, что у этих всех предметов одна и та же функция. И для того, чтобы увидеть в них скульптуру, надо об этой функции, собственно говоря, забыть и просто рассматривать это как скульптуру. Они иногда подписаны местами, довольно редко подписаны, когда это строение сооружено. Вот такой подвид этих башен, сдвоенные водонапорные башни, тоже невероятно, невероятно красивые. Ну, Бехеры – это 60-е, 70-е, 80-е, ну, 80-е годы, и очень важно, что их работу рассматривали, и отчасти, может быть, они и повлияли в контексте минимализма с его простыми, как бы абсолютно простыми, но нефункциональными формами, с его репетитивностью, и в контексте концептуального искусства, где искусство должно было быть не порождением неких, не производством произведения, а некой практикой, неким занятием, некой деятельностью. Конечно, то, что делали Бехеры, это опять-таки не создание красивых картинок, а некая странная деятельность вот, по коллекционированию образов, которые до этого никому не казались ни красивыми, ни исторически важными, ни ценными. Причем, опять-таки, это не написание истории архитектуры, это не написание истории промышленности, а это собирание ради собирания. Это такое почти абсурдистское занятие. Вот эта самая некая почти абсурдность этого занятия очень важна. Опять-таки, это не всегда, это вещи, связанные с промышленностью, это вещи, связанные с определенной эпохой, но не всегда, потому что вместе с этими самыми там шахтами, доменными печами и так далее, появляется, например, серия вот таких вот фрахтверковых домов, которые существуют со Средневековья, по крайней мере, это, и которые для Бехеров, наверное, оказываются тем же самым, чем для Шиллера оказывались эти квакерские амбары. Черно-белая фотография художников Бьорн и Хила Бехеров – под названием «Каркасные дома». На фотографии изображен фасад невысокого 3-4-этажного дома с двускатной крышей. Стена белого цвета разделена большим количеством вертикальных и горизонтальных темных перекрытий. По форме и расположению перекрытия напоминают решетку. В правом нижнем углу фасада находится черная дверь. На этой стороне здания нет окон. Изображение выглядит геометричным и контрастным. Архитектура, которая была всегда и которая всегда была функциональна, которая всегда функция определяла форму инженерным сооружением. Это очень красивые, действительно очень красивые домики, которые у них выглядят как Мондриан. Да? Вот откуда, собственно говоря, Мондриан возник. Вот это самые простейшие формы. Это промышленное сооружение. Они снимают здесь, как это с точки зрения, опять-таки, что это не архитектура, не такая умилительная старая Европа, не домик из сказки немецкой, а такое вот замечательное инженерное изобретение, вот как он построен, как он держится, и поэтому это выглядит как предвосхищение Мондриана. А вот все эти самые как бы ландшафты. Опять-таки, очень важно то, на чем Бехера постоянно настаивали, что это абсолютная объективность, что это никаких эмоций, никаких, что зачем я буду... никакого желания сделать красивую, как бы эмоционально воздействующую картинку, при том, что зачем я буду приписывать объекту свои чувства, когда объект может говорить сам за себя, и пусть эти работы говорят сами за себя, абсолютно не как бы депсихологизированность этих работ, хотя довольно странно, собственно говоря, не всегда, может быть, можно в это поверить, потому что, собственно говоря, не зря же Берн Бехер начал это снимать, потому что он вырос в этом районе, для него это было биографически связано. Эта местность, поколение его предков, его семья, которая, наверное, многие из которых потеряли работу во время этого кризиса, то всегда некая эмоциональная нагрузка на самом деле за этим стоит. И те ландшафты, которые запечатлели Бехеры, в то же время и чуть позже, конечно, стали, мы все видели миллион фильмов, снятых с такими видами, снятых в таких местах. И мы всегда знаем, про что это, что либо это фантастика, где это всегда некое ощущение абсолютной чуждости и заброшенности, ощущение очень сильно эмоциональное, либо это экзистенциальное кино про одиночество человека в современном мире.
и что именно эти как бы безлюдные ландшафты становятся дико эмоционально нагруженными. И я вам напомню, может быть, один из фильмов, который впервые это осваивает в кино, это 64-й год, «Красная пустыня» Микеланджело Антониони, то есть снятый ровно одновременно с первыми работами Бехеров, снятый в Раве, в индустриальной зоне около Равенны. Первый цветной фильм, который снимает Антониони. Фильм невероятно красивый, снятый там, когда человек впервые начинает снимать с цветом, он, чтобы добиться нужного цвета, красил траву в нужный ему цвет, чтобы она была серая. И где впервые действительно снимаются, это ровно те же ландшафты, которые снимают Бехеры. Антониони тоже одним из первых увидел, что это красиво, и что это, ну, что эта красота довольно жуткая. Фильм, если вы помните, это фильм, если его как-то попытаться сформулировать, о чем это, о том, как человеку трудно за что-либо зацепиться в мире, почувствовать себя частью этого мира. И поэтому вот эти самые действительно замечательные красоты и ландшафты, отчужденные, инопланетные, становятся фоном для того, чтобы для этого одиночества человека. Черно-белая фотография художников Бьорн и Хила Бехеров. Равнинная местность. Пасмурный туманный день. В правой части фотографии стоит небольшой одноэтажный дом. Слева от него проходит линия из выстроенных в ряд металлических конструкций. На фотографии их видно более 30 штук. Линия уходит вдаль и скрывается в тумане. Конструкции одинаковые. Они представляют собой металлические треугольные опоры. Вверх под углом отходит железная конструкция, напоминающая стрелу башенного крана. Все конструкции соединены между собой и образуют своеобразную стену или забор. Вдоль линии конструкции прогуливаются два человека. Да, то есть ровно тех эмоций, которые Бехеры очень хотели избежать в своих работах, но для которых они, тем не менее, широко открыли двери, потому что после их работы, и благодаря им, вот все те же самые ландшафты становятся коннотированы с определенными эмоциональными состояниями. И я думаю, что действительно, помимо Антониони, ну, здесь просто вот по картинке трудно не заметить сходство, конечно, сложно не вспомнить Вендерса, действительно, с его страстью к фотографии и с его там фильмами, черно-белыми 70-х годов «Алиса в городах». Ну и что еще, наверное, про Бехеров нужно сказать, что они не только замечательные фотографы, много сделавшие для сохранения памятников архитектуры в том числе, и вообще для нашей какой-то перенастройки сознания, что они замечательные учителя, и что из их класса в Дюссельдорфе, в Дюссельдорфской академии, той же, где Бойс преподавал, вышла, в общем, целая генерация новых немецких фотографов, в том числе Андреас Гурски, фотографов, которые заново стали снимать вот эту объективную фотографию, фотографию как коллекционирование, систематизация мира. Спасибо. В Музее современного искусства «Гараж» существуют различные программы для людей с инвалидностью. Подробную информацию вы можете получить на нашем сайте garagemusei.org.